Вероника – обаятельная маленькая девочка. Она с радостью идет на контакт со знакомыми. С посторонними людьми держится настороженно. Но в целом в новой обстановке адаптируется хорошо. Ника активно интересуется всем, что находится вокруг нее. Берет в руки и рассматривает игрушки, пытается выявить их свойства. Она наблюдает за играми других детей, инициирует общение со взрослыми. Веронике нравятся развлекательные и подвижные игры. Нашей Веронике 1 год 3 месяца. Девочка у нас в доме ребенка совсем недавно. Это очень спокойная девочка, любознательная. В свои 1 год и 3 она уже ходит самостоятельно, выполняет небольшие поручения. Надай может дать игрушку, куколку, мишку. Уже сама пьет из чашки. В своей речи Вероника использует отдельные легкие слова, такие как «мама», «ляля», «баба». Взрослые люди играют важнейшую роль в жизни девочки. И для нее так важно, чтобы рядом был любящий и понимающий человек. По вопросам устройства ребенка в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства, который находится по адресу. Город Уссурийск, улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306 906.